называется подставка для ног в виде наклонной доски? Как называется? Подставка на что? Для нот. На ноты. 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 Подставка под ноты. Партитура. Юпитер. Ноты. Юпитер. Юпитер. Под ноты. Под ноты. Юпитер. Ноты. Под ноты. Это как называется? Как? Подставка. Пьеса ноты. Под ноты. Подставка под ноты. Да. Под ноты. Юпитер. Где ноты стоят? Кому Фридрих Вильгельм I подарил янтарную комнату? Янтарная комната. Комната из янтаря. Комната из янтаря. Янтарь. Из янтаря, да. Ну. Кому подарили ее? Кому подарили? Кому комнату? Кому подарили комнату? Комнату кому подарили? Янтаря. Какой янтаря? Подарили янтарную комнату. Екатерине. Екатерине. Кому? Кому? Екатерине. Янтарная комната. Я Маша, не надо говорить, кому? Екатерине. Янтарная комната. Да. Ира. Екатерине. Есть? Екатерина. Екатерина вторая. Да, Екатерина вторая, Екатерина, а на самом деле Петру Первому. Невестки, а мы не знали. Невестки. А что там, кому? Что? Петру Первому. Что? Не, подожди, кому? Вопрос. Нужно написать все гласные буквы алфавита. Все? 15? Все гласные буквы алфавита. Гласные. Гласные буквы алфавита. И на меня смотри. Гласные буквы. Все гласные буквы алфавита. Написать. Гласные буквы алфавита. Да, гласные. Гласные. А, О, У, И, гласные. Е. Гласные, да. Ответ. Вы все поняли? Да, гласные алфавит. А, напишите все гласные. А, О, У, Э, Е. Ну правильно. Я сделала А, Е, У, многоточие. А что там? Покажи, Марусь, напишите все гласные буквы алфавита. Ну, мы написали. А я написала, написали. А я Э пропустила. Я Э не пропустила. Открывай многоточие. Э, я написала. Э, да. А, У, И, И, Э, Я. Я еще и забыла гласные буквы. А, я ее не написала. 3, 2, 1. Ответ. Каллиграфия. Каллиграфия? Да. Каллиграфия. Каллиграфия. Ответ. Каллиграфия. Каллиграфия.
А вы ответы сначала. А я уже написал и почерк написал. И каллиграфически думаю, ну чтобы уже хоть до меня попасть. Леса порезать! Наконец-то! Слушайте, чё вы по... Девоньки, да с 18-го раза! Откуда берет начало река Кубань? Река. Откуда река берет начало река Кубань? Рыба. Река. 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 Да. Кубань. Кубань. Байдарки. Байдарки. Кубань. Начало. Да понятно. Кубань. Начало. Река Кубань. Краснодар. Река Кубань. Начало. Кубань. Река Кубань. Начало. Река Кубань. Кубань. Откуда? Кубань. Да. Река Кубань. Падает? Откуда? Откуда она? Оттуда начинается? Вот откуда? А! Стоп! Исход? Что? Что? Как говори? Устье! Устье! Сплав! Я надеваю шинели. Устье! Куда? Сплав. Надо Кубань! Кубань! Откуда? Откуда? Устье! Да при чем здесь устье? Я не знаю, откуда? С Дагестана, наверное. Эльбрус. Откуда? Какое усть? А по Кубань я не поняла ничего. Исток, я правильно ответила. Да какой исток? С Эльбруса. Исток. Ее исток. Мы на Эльбрусе просто. Замолчи. Выкинь свои колеса. Ответ. Вид. Три буквы. Буквы? Да, первая. Первая. Б. Да. Вторая. Вид. Стой. Вид. Вторая. И. Да. Третья. Вид. Вид. Да. Да. Открывается. Открывается. Какой у вас ответ у всех? Вид. 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 Ир. Вид. Название. Ю-ху! Значение числа пи. Число пи. Число пи. Значение. Какое? Число пи. 3,14. Да. Число пи. Число пи. 3,14. Пи. Число. Какое? Цифру. Число пи. 3,14. Да. Значение. 3. Записали? Пи, да? Пифагор. Пи, да. Число пи. 3,14. Точно? Число пи. 3,14. Вы записали все? 3,14. Записала? Ты записала? 3,14. Записала? Нет. Число пи. 3,14. Поздно! И боржоми! Ты что, не написала? Я не поняла вообще ни о чем. В смысле вот это сколько? Три. А вот это что значит? Вот это что значит? Вот это, да, вот это. Собака. Хватит. 3,14. Ну я ж тебе... Вера, 3! Запятая, 1,4! А что ты вот так не показала? Как? Ну вот так, пи! Ира, ты так кажется? Вот смотри! 3! Сейчас в обмарку пойдешь, успокойся. Сейчас инсульт будет. Дай мне вы. Дай мне полотенце. 3,
как называются застежки, вдеваемые в петли рукавов мужской рубашки? Запонки! Прочитай, прочитай! Птица! Калибри! Птица! Мать, калибри! Калибри! Давай! Что-то ты ешь! Утро солнце! Салют? Салют! Что? Каша какая-то! Юрлет! Прочитай! Телец? Рога? Телец? Дальше? Ну, они в крутые! Слушай, ну правильно, она тут все сказала. Ну, крутые, крутые. Хотим сказать большое спасибо организаторам двух этапов наших игр. Это было настолько увлекательно, настолько интеллектуально, настолько зажигательно, интересно. И в то же время мы понимаем, что нам еще надо очень много знать, читать, развиваться, несмотря на то, что мы уже еще взрослые девочки. Игра была просто фееричная, это просто какой-то открыли космос, да, действительно, я вот думала, что я настолько эрудирована, начитана, многознающая, в принципе, я достаточно такая очень прям вот всезнающая, но вы открыли, девочки, для меня космос, и я сегодня поняла, что для полета в космос даже ракета не нужна, то есть достаточно прийти на игру. И в общем мы все в неке. В общем, мы поняли, да, какая здесь предстоит игра, какие соревнования. Спасибо! Спасибо организаторам! Спасибо, я все поняла! Спасибо! И все-таки, девочки, мы остаемся. Что ж такое? Люся!